что это за говно? Я... Да. Меня паук украл с перилы. Поехал. Окей, я помню свои ошибки, пиздюк, уйди. Да ты чё? Я настолько испугалась, что я просто стояла и смотрела. Блять. Тут пожарный выход. Да, да, я оттуда. Ага. Уже 3 часа, если что, так что очень мало вероятно, что мы выберемся. Так что скрыть наш последний круг. Мы туда идем. Один. Понятно, понятно. Пиздец. Микрочел и пружинка? Да. Чёрт, мы сжигаем! Он под кораблем? Чё он тэпнулся? Чё за говно? А почему? Ебанулся! Где выход? Наверху. О, браток! Он, кстати, не успокаивается. Да, он сейчас превратится. За мной выехал. По этот сломает сосед, да. Блять.
Настоящий. Сяд. Как открыть? Багажник. Давай, поехали. Да едем мы. Ебать. Как мы едем? Как-то мы страшно едем. Нормально едем. Ебануться! И заезжаем! Мы куда-то наверх едем! О, ебануться! Приехали! Что это? А, ножницы! Блять, здесь мимик. Ну, блять, не пизда. Привет. Хай. Вообще, это было очень неожиданно. Дом потолок убил, да потунишку ты видел, а? Да. Опа, ваншот. Кто выживет, тот выживет. Кто не выживет, тот умрет. Эм запалил. Да, все с тобой. Прощается. Я бы дал, когда у тебя остался, прошу. Я уведу его подальше, постараюсь. Спасибо. Прощайте.
Thank you.